Всем привет, с вами Madman 112, и я бы хотел сделать небольшой туториал по Бендикаму и по кеймаркеру, а точнее, как именно крякнуть сам Бендикам. Открываем Бендикам. Также я расскажу, как можно настроить, как вообще нужно настроить правильно сам Бендикам. Так, начнем с основных. Во-первых, делаем папку вывода, то есть туда, куда будут сохраняться ваши видео, скриншоты и так далее. Вот. Бендикам всегда поверх других окон. Это означает, что Бендикам будет работать в окне, в господи. Извините, я запинываюсь, сами понимаете. Первая съемка. Хорошо. То есть Бендикам будет записывать то окно, на котором именно вы работаете. Автозавершение записи. Без автозавершения записи я сделал, то есть запись будет завершаться какое-то определенное время. Допустим, там через 10 минут. То есть, допустим, чтобы не дотерся, допустим, там, трафик, ваша память и так далее. Вот, ну, если вам это не нужно, то не ставьте завершать. Также можно ставить, допустим, максимальный объем. Допустим, за 10 минут вам будет тратить 100 мегабайт. Вот, теперь о видео. Ставим, допустим, горячую клавишу старт-стоп. То есть, допустим, старт нажимаете на F3, у вас начинается запись. Нажимаете еще раз F3, запись заканчивается. Допустим, нажимаете F4, у вас ставится на паузу. Вот, допустим, можете там пойти себе налить чайку, покушать, поспать, сходить посерить и что-то в этом роде. Вот. Без курсора, то есть не будет видно самой стрелки и эффект щелчков мыши, то есть будет видно, когда, допустим, щелкать, будет отображаться специально такой эффект. Вот. Тут, ну, как бы настройки. Вот, то есть звук, запись звука, нажимаете, естественно, галочку, чтобы записывался звук. Вообще это сделано для того, чтобы, допустим, вы через тот же самый Fraps записывали звук, через Бендикам снимали экран. И чтобы у вас все это было очень хорошо. Извините за неполадки, мне просто звонили. Так, вот. То есть, допустим, в одной программе вы можете, допустим, в Бендикаме записывать с экрана, а в Фрапсе, допустим, можете записывать звук. Поэтому ставим запись звука. Также основное устройство, допустим, у меня, я записываю через USB, то есть у меня там камера и заодно и микрофон. Вот. Дополнительное устройство, ну, я, в принципе, не особо разобрался, для чего, но если вам интересно, как бы, можете там посмотреть другие видео. Логотипы. Так, поместить логотип на видеозапись. То есть, логотип, допустим, самого Бендикама будет находиться, допустим, там, здесь, там, посередине, где-то в этом роде. Вот, но я не знаю вообще, зачем это сделано. Может быть, это сделано для того, чтобы рекламировать Бендикам. Вот, также можно, допустим, выставить прозрачность. Вот, но я светы лучше убирать. Так, эффекты. Добавление эффекта щелчков мыши. Ну, это про то, что я говорю, допустим, когда вы будете нажимать, у вас будет такой кружочек появляться. Вот, и будет, допустим, все это дело показано. Вот, может там выставлять цвета. Вот. И опции. Допустим, это сделано для того, чтобы прекратить записи. То есть, допустим, я ставлю выше среднего, потому что у меня более-менее производительный компьютер. Вот, и как бы можно поставить выше среднего. То есть, это означает, что другие программы, ну, допустим, если поставить высокие, то другие программы, они будут работать хуже, но сам Бендикам будет работать как-то получше. Но я советую ставить лучше выше среднего. Вот. Пропускать запись в момент, когда кадр не обновляется. Но это для того, чтобы не было как бы таких подвисаний, то есть будет заметно, что как бы кадр будет замирать или подвисать. Все, здесь тоже советую ставить галочку. Теперь изображение. Изображение, то есть тут захват изображения клавишей F11, нажимаете F11, у вас фоткает, как бы фоткает экран. Вот, повторяю, через захват экрана через каждые 10 секунд, он будет фотографировать через каждую там, секунду, там 10 секунд. Также без курсора, чтобы не было видно стрелочку, включить звук затвора, то есть будет слышно, как вот звук щелчка. Советую ставить JPG высокое качество, потому что это наилучшее, пожалуй, качество, которое вообще может быть, ладно. Вот, то есть лучше советую ставить его. О самой программе. Вот, ну как бы, e-mail, как вы можете прочитать, я тоже его как бы крякнул, вот, можете сами прочитать, подписан на меня, вот, и просто хаотичные цифры. То есть, сейчас, кстати, расскажу про кеймаркер. Вот, ну, тут как бы можете посмотреть, все. Сворачиваем. Теперь кеймаркер, господи. Ну, то, в принципе, ничего такого сложного, то есть, можете просто вводить любой, какой хотите, email. Главное, чтобы в конце просто был use, допустим, там, вот так. Господи, что это было?
ну, .use. Все, то есть как бы просто нажимаете register application, он регистрирует, и ну как бы все. С вами был Madman112. Подписывайтесь на меня, ставьте пальцы вверх. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не судите, конечно, меня строго, потому что как-никак самое первое мое видео. Всем пока!